Классные задумки. Посмотрите еще, торт какой. Торт в виде шляпы. Это настоящий съедобный торт. Надо бы, конечно, было им отрезать кусочек, чтобы было понятно. Но они, наверное, не хотят эту прелесть разрушать просто. В этом магазине можно заказать. Привет, друзья! Давненько мы с вами не ходили по магазинам английским. И вы знаете, особенно плохо то, что вот в связи с карантином у нас же сейчас и кабуцейлов нет. Вот этих вот английских барахолок, которые были раньше, и я вам их показывала. И у меня их очень многие мои зрители любят тоже, так же, как и я. Но, к сожалению, коронавирус испортил все наши планы, в том числе порушил вот эти вот открытые продажи. Ну, а я сегодня хочу все-таки с вами прогуляться по нескольким магазинчикам английским. Покажу вам, какие цены тут у нас, опять же. Я почему пошла по магазинам по этим? Проверить, что у нас сейчас с продуктами, все ли есть. И знаете почему? Потому что мне позвонила моя знакомая из Германии и сказала, что у них слухи ходят такие, что в Лондоне, в Англии стали пропадать продукты. Ну и я сказала, что нет, я неделю назад была, все в порядке. Но я решила на всякий случай еще раз удостовериться и пошла по магазинам. Ну и, конечно же, сделала вам съемочку. Это я показываю вам Aldi опять. Один из дешевых магазинов. Ну и также мы с вами посмотрим еще два продуктовых магазина. Tesco и Lidl. И один магазин такой сувенирный, как бы, да, ну вот, промышленных товаров, скажем так. Я не буду уже теперь вам озвучивать каждую цену. Я специально хожу и показываю. Вот эти вот желтенькие наклеечки, это цена в фунтах стерлингов. И там написано, сколько граммов и за что такая цена. Поэтому я думаю, что лучше я вам покажу, и мы погуляем с вами, и вы все увидите сами. Давайте смотреть, друзья. Thank you.
Так, идем дальше. Идем дальше. Я дядечке улыбнулась, но у меня маска, и он не понял. Так интересно вообще-то. Обычно людям улыбнешься, и в ответ улыбаются, и вроде бы как иногда, знаете, кто-то недоволен, а улыбка снимает все проблемы. А тут, видите, я улыбнулась, он не увидел. На нашем острове вид очень популярный. И вот этот светильник очень мне нравится. Видите, 6 ламп. Они как бы Christmas, все-таки decoration. 60 и 90, и вместе 150 фунтов стоит этот светильник, ни много ни мало. А вот такой же из 3 ламп, видите. Он уже стоит 110. Ничего себе цены.
Такие малюсенькие светильнички. 40 фунтов. А вот большой наверху. Уже 125. Ну, разные цены. И светильники разные. Вот такой у меня сегодня для вас обзор, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, как обычно. Желаю вам всем удачи, здоровья, берегите себя. Еще увидимся. Пока-пока.